Всем доброе утро! Сегодня 31 декабря, последний день уходящего года. И нам сюрприз он преподнес. Мы на нашей площадке так и не думали кого-нибудь дождаться, а дождались Эльбу. Это Эльба, она уже взрослая девочка. А это Татоша, полувзрослый мальчик. Вот сейчас они, может быть, немножко порезвятся. Вот она. Хозяйка не хотела ее к Татоше пускать, говорит, ой, она не будет с Татошей играть, а она вон еще как гавкает, какая умничка. Так, а с маленькой познакомимся, хозяйку не снимаем. А это еще как зовут? Лори. Лори? Лори. Это Лори. Йори Лори. Йорики-морики, порики-лорики. Вот, она дрожит. От страха или от холода? Нет, от холода. От холода? Да вроде шуба-то у тебя. Шуба натуральная. Ну-ка, натуральная, без подделки, не искусственно. А воротник вообще от енота. Ну вообще. А фасон вообще от кардена. Вот у нас вот у нас такие чудеса под Новый год. Под Новый год. Ой-ой-ой, как хорошо, что вы зашли. Как здорово, что вы, проходя мимо, не прошли мимо нас. Вот, Татоша, зазываешь играть? Зазываешь? Осторожненько, осторожненько. Вот, целоваться лезешь? Подсекаешь? Ой, ну, решили вспомнить молодость? Ой, как здорово. И снежок сегодня потихоньку идет. Все бело, пушисто. Вот. Ну, да она сама знает, она же взрослая. Взрослая, вот. Вот, взрослая. О, Татоша, дождался? Дождался, девчонок? Счастливчик ты у меня. Счастливчик. Каждый день девчонки у тебя встречаются. Ой-ой-ой, правильно. Ну-ка не лезь, лохматый, не бреди. Крупный лохматый. Тоже натуральный шубик, кстати. Только без воротника. Только вот воротник у него вот на попе хвост. Так, ну ладно, на этой позитивной ноте мы поздравляем всех с наступающим Новым годом. Желаем здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну, хорошее настроение. Заходите к нам на канал, оно всегда вам гарантировано, да? Не могу. Ну, не бойся, расслабься и согреешься. Все, так. Итак, все, всем пока.